Привіт, друзі! Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання, час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – діяльність єврейської громади в літній період. А також ми поговоримо про 25-річчя створення обласної ради національних товариств. І у нас сьогодні в студії голова Миколаївської обласної єврейської громади Михаил Гольденберг. Михаил Давидович, здравствуйте. Здравствуйте. Всегда приятно поговорить с умным, хорошим человеком, каким вы являетесь, и мы очень рады, что вы у нас сегодня в студии. Итак, Михаил Давидович, заявлено две темы. Деятельность еврейской общины в летний период и 25 лет, как была 25 лет тому назад была создана был создан областной совет национальных общества. Будьте добры, с чего начнем? Ну, прежде всего, я еще раз поздороваюсь с телезрителями. Я благодарю вас за импровизацию в моем представлении. И прежде всего, я хотел бы сказать несколько слов вот по последней названной вами теме. Это 25-летие создания областного совета национально-культурных обществ. Это 25 лет тому назад да. был создан этот совет, с ума сойти. Да, вы знаете... Четверть века. Мы вспомнили об этом недавно. И я вот буквально вчера перед подготовкой к сегодняшней нашей встрече, я вот набросал список тех людей, которые собрались для того, чтобы создать вот эту организацию, это общество. Причем это было не, скажем так, не некое так глубоко осмысленное, там, с далеко идущими взглядами и перспективами мнение каждого из собравшихся. Это был очень искренний такой порыв, потому что... Спонтанный или просто это был спонтанный. Потому что просила душа? Это был спонтанный, потому что именно просила душа. И, кстати, к этой спонтанности я еще хочу вернуться. Дело в том, что это было искреннее ощущение того, что нам необходимо держаться вместе. Потому что национально-культурные общества начали организовываться с конца 89-го, ну, в основном в 90-м году, первые, их было немного поначалу. И мы ощущали, что мы как бы плечом к плечу, вот это было, не, скажем так, не совсем просто, вот написали бумажку, подали на регистрацию, все. Это требовало определенных усилий именно вот в тот период времени. И мы все вместе это делали. Мы чувствовали, что нам нужно держаться вместе, и что это очень важно. Мы тогда понятием толерантности не размахивали, а просто для того, чтобы быть вместе, для того, чтобы ощущать и не только плечо друг друга, а для того, чтобы вот членов наших организаций знакомить друг с другом, для того, чтобы действительно вот удерживать вот это мирное и спокойное состояние сравнительно вот в нашем межэтническом пространстве. Даже для того, чтобы не потерять себя как личность, правда? Это тоже, то есть вот мы как бы наполняли друг друга знанием о своих культурах, о традициях, это тоже очень важно было. И мы собрались вот в кинотеатре «Хроника». Мы собрались, и среди этих собравшихся были Шедловский, первый председатель общества поляков, Сергей Шамян, тоже первый председатель армянского общества, Фукс Эммануил Густавович, это был преподаватель немецкого языка, председатель, понятно, немецкого общества, Мурат Каймаразов, председатель на тот момент дагестанского общества, он и сейчас руководит им, был Анатолий Золотухин, руководитель Пушкинского клуба, по-моему, во все времена он им руководит. И, то есть, даже это во времена было, Пушкина. Наверное. Даже во времена, по-моему, так. Или Гомера. И он представлял, в общем-то, русскую культуру и русскую диаспору. И был от Руха Александр Малецкий. И ваш покорный слуга, как руководитель на тот момент общества еврейской культуры. И вот мы обсудили эту тему без, я еще раз повторюсь, без каких-то вот подробностей. Мы считали, что это нужно. И вот с того момента начал работу свою. Можно сказать, что именно с того момента и родился Союз национальных обществ да. в Николаеве. Причем, да? если говорить об искренности, то это было именно искреннее действие, не подразумевавшееся при этом какая-то меркантильность или какая-то карьерность, которая, к сожалению, сегодня вот в этих направлениях прощупывается в современных. Я не имею в виду областной совет национальности, но где-то это пространство наше.
И позднее возникли другие общества, буквально вот сразу. Они не возникли, они как бы присоединялись к вашему, они присоединялись, да? Я имею в виду, общества возникли национально-культурные, которые входили, сразу же входили в наш... Как ручейки. Да, большую, да, да, пополняя вот это озеро, может быть, даже океан. Болгарское возникло общество, даже два. Грузинское, вот, Пелюк, это Элия Ивлеяновна была первой руководительницей, потом ее сменил Сергей Лобарткава, они оба уже ушли из жизни. Сегодня Валерия Хвая возглавляет. Вот греческое общество Александра Маврокордата, известнейшая в городе личность на тот момент, сегодня тоже мы ее помним. Вот, возникли азербайджанское, турок-месхетинцев, чешское и другие, сейчас я все не назову, но, во всяком случае, на сегодняшний день в этот совет входит более 20 организаций. Но именно ведь это много, правильно? Культура. Это много, много, предела этому нет, но тут важно даже не количество, а то, что мы вместе, и мы решаем общие важные задачи. И вот, кстати, сейчас готовится фестиваль «Дружба». Мы начнем его готовить в конце, вот в 20-х числах августа уже соберемся, начнем конкретизировать. И я полагаю, что этот фестиваль будет посвящен 25-летию нашего совета. Вот это то, что я хотел вкратце рассказать, потому что, в принципе, это заслуживает отдельной передачи, но я думаю, что будут и круглые столы, и конференции в рамках вот нашего фестиваля, на которых мы более подробно и конкретно расскажем о работе и о создании совета. Ну, вы проанонсировали о том, что готовятся большие или малые торжества, посвященные 25-летию создания Национального совета обществ наших. Да, друзья мои, так что не за горами у нас снова торжества. И я думаю, они имеют место для того быть и для того, чтобы и вы были на них. Ну а сейчас, Михаил Давидович, да. Итак, непосредственно к вернемся к нашим, как говорят французы, хавенона, нометон, вернемся к нашим баранам, да. И именно непосредственно к деятельности еврейской общины в летний период. Потому что я знаю, что в любое время года еврейская община, которую вы имеете честь возглавлять, она не знает отдыха. Она какая-то неутомимая. Это, наверное, свойственно национальной черте вашего народа – неутомимость. Я думаю, что это свойственно прежде всего в личностном плане, свойственно тем активистам, тем людям, которые собрались под крылом и нашего общественного объединения «Областная еврейская община» и «Общество еврейской культуры». Это действительно люди неутомимые, люди с хорошими задумками, со способностями и умением реализовать вот все задуманное. А если говорить об этом лете, то главным событием его, как и, собственно говоря, и лето прошлого, и позапрошлого, и последних 18 лет, это проведение летнего семейного лагеря. И почему это так важно? Это не просто отдых, это не просто вот, пребывание у моря на какой-то базе отдыха, не просто укрепление здоровья. Где завтрак, пляж, обед, да. Сон и снова море. Да. Что тоже предусмотрено. Это прежде всего подведение итогов учебного года, потому что мы в течение всего года мы занимались не только там изучением танцев, художественным творчеством, там, разными праздниками, концертами, мы занимались конкретным изучением традиций народа, культуры. И все это вместе мы как бы проходили повторно, проходили в нашем летнем лагере. Но вы занимаетесь как-то ненавязчиво, понимаете? Вот вы изучаете культуру народа, вы изучаете традиции, но при этом как-то тонко и совершенно непринужденно умеете внедрить знания во время отдыха. Да, это относится... Это относится вот к вашему первому вопросу о неутомимости, о неудержимости и так далее. Это все вот тот профессионализм и то отношение искреннее к своей деятельности вот нашей, всей нашей команды. И так же самое и в нашем лагере отношение, казалось бы, во время отдыха, отношение и к занятиям, и к репетициям, и к разным представлениям было ненавязчивым, это было не обязательным, но это было приятно, и действительно было приятно смотреть, как все это происходит и реализуется. И занятия, и лекции, и репетиции, повторюсь, и так далее. Вот мы сейчас можем посмотреть. Да, господа, у нас есть
фото, которые сейчас я попрошу нашего режиссера Татьяну Михайловну. Вот Татьяна Михайловна уже и показывает фотографии из детского еврейского лагеря, да, Михаил Давидович? Даже семейного. Семейного лагеря. И, кстати, что важно, ну, это вот занятия с детками, вот, репетиции, что важно, вот именно то, что он семейный. И важно это по той причине, что вот эта семейность этого лагеря позволяет даже на это время у многих для многих семей позволяет создать побыть вот эту семейную семьей, побыть, да? Потому что родители на добыче средств существованию, дети везде занимаются, а здесь они вот эту всю неделю были собраны вместе. И занятия самые разнообразные. Здесь вы видели и занятия художественным творчеством, и спортивные занятия. Вот мы проводили Маккабиаду. А вот посмотрите, как здорово. Да, и вот это красиво. Наша общая фотография. Вот видите, НОЕК, Николаевское общество еврейской культуры. Это была лекция сейчас. И, кстати, лекции проводили и наш преподаватель истории Ирина Владимировна Корсунская. Лекции проводил и приглашенный лектор, он был там виден. Из Чернигова, это был Александр Чеван, и оно все воспринималось очень естественно, и очень приятно было это видеть, это не было, знаете как, насильственный сбор, вот, послушать обязательно. Вы понимаете, дело в том, что вот есть такой маленький нюанс, когда семья, например, выезжает на отдых, родители измотаны за год, они хотят просто отдохнуть, и, как говорится, мордой в песок, и чтобы никто не трогал на пляже. Дети тоже достаточно устали, а тут вы как-то умудряетесь объединять и родителей, и детей не только в семьи, но еще и в одну семью. Да, и это, кстати, вот даже как-то вот, как сейчас принято в терминологии это называть, по умолчанию. Мы как-то для себя по умолчанию так на это и смотрели, так это и воспринимали, что это лагерь, это большая-большая семья. И вот кроме вот таких серьезных занятий, которые там были, понятно, что они не занимали большую часть времени, но были и развлекательные, вот вы там видели, и запускали змеев воздушных, там запускали, да, запускали и шары воздушные. Это радовало, развлекало, понятно, под каждую из этих действий, под каждое из них подкладывалась какая-то определенная мысль, идея, замысел. Ну, семья. Чем, почему мы назвали наш семейный лагерь, он так и был назван, тема его была «Еврейская семья». Ну, по той причине, вот то, что вы сказали и заметили, и отметили, это очень важно. И, конечно же, да, и то, о чем я сказал, что этот лагерь позволяет вот семье побыть вместе хотя бы неделю, вот почувствовать себя в этом семейном, теплом и добром пространстве. Но есть еще и определенные традиции, традиции воспитания, традиции встречи разных праздников в семейном кругу. Вот, традиции, связанные с религиозными моментами, и обо всем этом шел разговор тоже вот на нашей... Ненавязчивый. Да, именно ненавязчивый. Ну, Маккабиада, которую вы видели, это тоже было, с одной стороны, развлекательно, с другой стороны, это был разговор о том, что, и, кстати, в этом году в Израиле проходила очередная Маккабиада, это как бы вот Олимпийские игры в рамках, так сказать, еврейской диаспоры и государства Израиль. И, кстати, украинская команда очень неплохо выступила, где-то в пятерку, вошла в пятерку. Вот. И что из таких праздников, который, ну, наверное, наиболее семейный. Ну, вот, это... наверное, да, еврейские праздники, они вообще семейные, а есть еще суперсемейные, вот, наверное, один из них – это да. Шаббат, да? Безусловно, да, вы правы. Ну, во-первых, это еженедельный праздник. И есть, вы наверняка слышали такое выражение, такую фразу, что не столько евреи сберегли субботу, сколько суббота сберегла евреев. То есть это взаимо, как бы заменяющиеся мысли и высказывания, потому что действительно, будучи рассеянными по всему миру, евреи сохраняли свое лицо, свой облик, свои традиции, и вот Шаббат был одним из самых центральных мест вот этой традиции, они его берегли, и вместе с тем понятно, что и эта суббота сберегла их именно вот как народ, как своеобразный
народ, как людей определенной веры, определенной традиции. И вот этот шаббат в семейном нашем лагере тоже встречали мы все вместе, большой семьей. И вот мы сейчас сможем, наверное, да, посмотреть. Татьяна Михайловна, пожалуйста, наш режиссер Колесниченко Татьяна Михайловна, покажите нам, как встречают шаббат в еврейском лагере летнем. Вот девушки одеты, да, это было, белое. Вот зажигались свечи, видите, зажигали все женщины свечи, были, вот это после шаббата были танцы праздничные такие. Обязательно это, стол, который всех обеденный. Да, но это сейчас немножечко последовательность перепуталась. Это одно из вечерних мероприятий, это было... У нас мастер-класс по флористике и дефиле в стиле 30-х годов. Ну, мы так плавно от шаббата к флористике. Ну, сейчас мы вернемся, там еще будут шаббатные съемки. Вот это было дефиле, такое очень радостное событие такое. Это мы фотографировались после этого на фоне вот Ноек, Николаевское общество еврейской культуры. А это подготовка к шаббату. Месили тесто и готовили халы. Вот такие халы были. Это специфическое блюдо именно для шаббата. Вот зажигаем мы свечи, и так вот радостно и приятно прошел этот шаббат. А по поводу дефиле, вы знаете, каждый шаббат проходит в каждом лагере. Ну, не говоря о том, что в каждом доме, в каждой семье, это само собой, но в лагере ежегодно мы его проводим, это одно из центральных событий. Но в каждом лагере, особенно последние годы, у нас есть вот такая изюминка. Это какое-то необычное действие. Ну, то, что вы видели, там запускали змеев воздушных, запускали шары. Да, это все хорошо, это все интересно, особенно для детей. А вот мастер-класс по флористике... Ну, у вас же есть еще и взрослые в лагере. Конечно, мастер-класс по флористике и вот это дефиле, это была очень, очень яркая и вкусная изюминка именно вот в этом нашем лагере. Вы правы, что были взрослые. И, конечно же, они с не меньшим интересом и с не меньшей захватываемостью участвовали в этом мастер-классе. Готовилась одежда, там, атрибуты одежды готовились из цветов. Потом сами платья и костюмы мы заранее предупредили, чтобы подобрать и привезти с собой, ну, как бы в стиле 30-х годов прошлого века. И это было тоже сделано, подготовлено. И все это вместе, конечно, привлекло и придало вот какой-то яркости дополнительной к вот этому вечернему событию. И надо отдать должное приглашенным вот мастерам. Это Руслан и Татьяна Еременко из галереи цветов Терека. И вот с их помощью мы провели вот этот замечательный мастер-класс и вот это дефиле. В целом лагерь прошел удачно и успешно. Все были рады и довольны, и даже купались в море. Это не тоже. Забыли искупаться, да, в море. Да, мы не забыли, и каждый из присутствовавших летом на нашем побережье, это, кстати, было в Рыбаковке, сумел это сделать, и как это, веселые и уставшие, мы вернулись домой. Конечно, сейчас предстоят новые начинания, новые, а, кстати, эти начинания, ведь мы не замыкались сугубо на летнем лагере, говоря о лете. В целом, ну, конечно, которое, летний, да, лагерь – это 2 недели, да? Да. А лето-то 3 месяца? Лето 3 месяца. Ну, надо сказать, что в июне у нас еще продолжались занятия и в воскресной школе, и дневные программы каникулярные, и потом была подготовка к лагерю. Это тоже требует времени. Но мы сейчас продолжаем подготовку и работу, посвященную вот осенним дням памяти. И вы знаете, я сейчас даже скажу одну вещь, которая вот прямо вот в данный момент зарождается, одно событие. Вот прямо сейчас, в прямом эфире, да, нашем зарождается. Да. Телезрители, да, внимание, да, сейчас зарождается у Михаила Давидовича Гольденберга. Что? Так вот, мы каждый сентябрь к 11 сентября
когда в местечках еврейских, бывших еврейских местечках, начались расстрелы евреев в годы войны. Мы едем к этим, по этим местечкам, к памятникам, отдаем дань памяти. Вы знаете, что у нас есть так постоянно посещаемые такие места, как Добрая, Новополтавка, вот, и Фингарь, колония бывшая. И вы наверняка знаете о таком месте, как Богдановка. Это место ужасное, трагическое, трагичное место. Во враге этого села было уничтожено почти 55 тысяч евреев, согнанных. Ну, николаевцы тоже там туда попали, я имею в виду, из Николаевской области, из Одессы, из Молдавии и да, Румынии. И в этом году совершенно неожиданно со мной связался один человек из Соединенных Штатов, который представляется как Митя Быков, но этому Мите уже за 80. Полуторагодовалым ребенком он попал в этот лагерь вместе со своей старшей сестрой, Богдановской, старшей сестрой, мамой и бабушкой. Мама и бабушка уже ушли из жизни, и он хочет отдать дань памяти вот Богдановке. Он планирует в сентябре приехать к нам. Митя Бык. Да. С одним или с двумя своими друзьями из Америки. А он сам жил в Одессе, после войны он жил в Одессе, он был строителем, и первый замысел у него был это исправить или поставить новый памятник. Ну, пока на данный момент, до приезда сюда, он думает сделать аллею. Посадить аллею памяти. Аллею памяти высадить. Ну, это первый визит его, планируется в сентябре, в середине сентября. И мы уже связывались с Богдановкой, уже с директором школы говорили, будем связываться и с администрацией местной. И, конечно же, будем говорить и с нашей администрацией, потому что это памятное место. Вы наверняка помните, как в начале 2000-х его посетил один из наших губернаторов, Горкуша. И им было там сказано, что здесь должен быть мемориал, потому что само по себе это место, ну... Но земля, которая пропитана кровью. И она настолько волнительна и настолько, ну, впечатляюще, что не сказать такие слова, наверное, было невозможно. Но одно дело слова, другое дело воплощение. И касаемо воплощения, ну, в общем-то, дело это не продвинулось. Никак в то время, да, собирались, там был создан экспертный совет, там управление культуры, поговорили, и на этом все. Я думаю, что вот приезд сюда одного из спасшихся узников с его памятью, с его замыслами, с его задумками, я думаю, что каким-то образом все-таки может быть... Вы думаете, может подтолкнет все-таки власть? Я думаю, что да. Вот, тем более, что наверняка откликнутся представители власти на этот визит, на этот приезд. Мы проведем встречу, переговорим, и какой-то результат я все-таки ожидаю от этого. Вот это то, что мы сейчас, о чем мы думаем, к чему мы готовимся, вот к этим поездкам, в том числе и в Богдановку. И еще один момент, связанный как раз вот с этим. Вот это откликнулся из Соединенных Штатов, спасшийся узник. А откликнулся из Германии еще один человек, но уже не спасшийся, а его семья погибла в Братском. И вот после долгих обращений туда, с моей стороны, ну, с его стороны, обращения к администрации, к совету, получено разрешение на то, чтобы там установить памятник в пригороде Братского, поставить памятник на месте расстрела. И сейчас этот земляк наш из Германии, Виктор Ронжес его зовут, ведет переговоры с пастором местного прихода по поводу того, чтобы он передал для установки на памятник из своих запасников, там есть какой-то монумент в память о жертвах Холокоста. То есть вот это тоже сейчас как бы вот подготавливается, эта процедура также. Но это очень большая работа. Это большая, да, это очень большая работа. Я думаю, что мы, в общем-то, достигнем хороших, ожидаемых результатов.
И в третьем, опять-таки, если мы говорим о лете, ну, переходящем в осень. Плавно переходящим, да, к чему мы тоже будем готовиться, это осенние праздники, это еврейский Новый год, который будет в середине сентября. Я думаю, что мы подойдем к этому году, Новому году. Это действие довольно-таки волнительное, потому что судьба решается, то есть по всем канонам этого праздника решается судьба каждого человека на следующий год. А это действительно... Каким будет этот год, как его встретишь, так его и проведешь. Да, Михаил Давидович? К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Михаил Давидович, спасибо вам за такой искренний рассказ. Ну, как я уже и говорила, да, телезрители, приятно поговорить с умным и хорошим человеком. А именно такие люди у нас всегда в эфире. И как вы успели заметить, что лучше быть вместе, чем быть одному. Ну что ж, друзья мои, це була розмова на тему. На все добре. Thank you.